Он тогда не боролся, по-моему, когда он боролся. Не, он уже не боролся тогда. Да, время, потом он вышел. Потом опять он. Да, да, все. Бля, ну там машина, конечно, это уже капец. Там силовой. Там генетика разминаем. Прям он на грани. Да, у меня туда. Ну вот это промилон. Ну вот так вот. Вот он такой будет. Пропиш. Сейчас после 30, после 40 он высокий, нормально. После 40 он еще больше будет. Хорошо, здесь вот это. По связке. Отведение. Хочешь по. Нет, я хочу, чтобы он отведение мне выйдет. А ты палец попробуй, вот так он держит. Так? Да. Вот ты закрепи своим. У тебя просто подушка хорошая? Вот попробуй вот так. Вот прям вот сюда давить. Угу. Молодец. Вверх. Интересно, как этот палец открыто выставляешь. Да, это да. Ну тогда ты левый, левый лучше управлять. Ну, всех пора, надо понять, с кем как. Некоторым вот так чувствуешь, что это, вот прям меняешь, они тоже теряются. Это, да, две разные вот эти. Я тоже везде. Давай чуть-чуть помнем. Пацаны, там мясо готово. Давайте. Может, еще готовится? Проницаемый? Да. Ну как вот непроницаемый? Воду упадет, протечет. А так подожди, нормально. Полностью герметичный ходит, да. Скрюк? Вот здесь никаких швов нет. Ну, держи это. Аккурат прям профессиональный. Ты пока по мясу так и вообще, да? Не пока я вообще, в принципе, давно. А сколько год возвращаешь свои силы, да? Да не, меньше. Меньше год, по-моему, да? Я 3 года. 65-86. Рука как резиночка, да? Ты знаешь, что тогда лучше было. Тягучая. Ну, я так скажу, здесь есть разница определенная. Сейчас что-то новое делаю. Когда я начал креатин добавлять, в принципе, разница между питанием особо она не влияет. Сразу креатин хороший. Да, потому что единственное, чего не хватало, это вот заливает мышцы нормально. Почки. Креатин не хватает. У меня там он в основном в этом мясе. Я не могу мясо много есть. Один раз в день и все. Блять, не могу и все. Рыбу. Рыбу хорошо. Я ушел. И раньше ел много, сейчас не могу. Я могу, знаешь, как здесь, хотя вот до сюда. Давай. Я понял, даже без нее можно мало езжать, но нормально, там ничего страшного. Ты ловишь, ты когда делаешь, вот здесь немножко придерживаешь. Хорошо, чтобы она отработала. Хороший. Скибал. Бросай только. Ну подержи немножко, а? Немножко. Давай, давай. О, не. Ну не так все. Ну что будет? Хватит пока. Надо соли поскать. Попей меня, Валочка. Вот, хорошо. Валер, ты не будешь на левой? Налево она у меня нулевая. Поэтому. Давай, пускай. Идем сейчас на какой. Нет, как будто я не боролся давно, был, ты меня лопать. Какой был, да? Блин, мы тренируемся. Не, ну только налево попробуй, налево. Правый не будет пробовать. Хоть она правая намного лучше. Ну, что делаем, боремся? Да, давай, потихонечку, давай, потихонечку продавливай. Там
там еще и фрукты есть. Подушка моя. Подушка забила картин. Я хорошо. Она первая стрелять не вообще. Не, у меня вот что-то сейчас. Подушка. Заряд завязали. Ты подушку большую или нет? Правая большая, левая. Не жмешь? Да, да. Мало? Вот. От нее растет подушка гребаная. Когда за 200 уже все. Еле убежал. Ау! А вот землей. Немножко. Он успеет вас? Не очень тебе по бокому. Он не поедет. А, не едет? Я смотрю, думаю, не, что-то не то. Поедет. Мы отменили. Я еще один бой с Ирачем делал, поэтому это и условия хорошие. И риск в любом. Вообще с ровной кистей, со стартовой. С ровной? Чисто давай. С ровной, вот я тебе советую. Это уже. Все равно делать. Поставят потом. А, вот так? Да. Да, да. Во-первых, и ему будет движение свое легче попробовать. И у тебя близко будет. Да. Лучше пока не разрываться. Ты сейчас хочу. Да не чуть-чуть. Тебе послал дневник, как интересный. Он такой серьезный. Ты купишь? Перестанешь бороться. Ой, нормально. Уже все. Теперь
отдохнуть. Достатики поставили нож, да, да. Вообще вот вообще ничего не делали. Слегка. Как тут раз. Немножко отсюда заберу. Вот, хорошо. Что левая слабее, но она как будто ты ее лучше управляешь, чем правая. Более чувствительная как будто. В последнее время она намного слабее, чем правая. Она встает сильно прям. Mm. Вот делаю упражнение на кисть, замечаю, что прям разные веса. Прямо сильно встает. Такое ощущение, что психологически еще левую как-то сложнее включать. Даже в зале. Привык как будто все правый делать, и когда левый берешь, ты уже как-то как не уверен. Вперед его не столкнул. Чего, Аркадий, разбираетесь? Иваныч, иди ты подержи ее. Идешь и вот идешь сам. Тебя уже сюда уже не столкнуть. Аркадий, встал? Да. Пытаюсь когда? Главное голову не оторачивай. Главное поменьше бороться, когда прям растягивать касание. Когда вот самые травмы, когда начинается воспаление. Ну, кстати, вот так. Сейчас тут снова крюк начал. Приятное ощущение.
Больше на всех времени не хватает. Нет, приоритет считай, надо поменять. Давай. Блин, так много информации в голове, поэтому... Ну, надо вот по приоритетам поставить и... Ну, я бабкин, реально, тяжело. Я столько пишу диссертацию свою. На тебе это не представляет, как я пишу себе программу тренировочную. Я думаю, вряд ли до конец, но старался. Прокачал. Все, что было в руке, все утекло. Две, да, три. Не, нормально, давай отдохнем. Давай. Сразу прям знает, куда меня держать, как будто бы мы боролись всю жизнь. Пока молодые. Знаете, как я пью? Так тебе все вот так вот. Ну, открытый сейчас, так грубо говоря, вот так пошел, у него вот так. Короче, меньше. Прямой рукой. Мы приехали, я такой. Еще, наверное, поэтому не размягся, да? Нет, наоборот. Сейчас получилось хорошо отпустить. Мягко. Медленно. Я перестал.
сейчас 8 дней. Одну мне хватает. Да. И все. И пиздец. Уже два. Вот я дышу, ну, килограмм 5 набираю. На нее там, допустим, 400-350 метров. Как ты борос-то, а? Неудобно мне. Блин, а ты борись-то, что-то как-то ты нормально-то борешься. Ну я сам не могу. Ну как не можешь? Нормально ты все можешь. Не могу с ним вообще никак. Ну, смотри, он тебе пальцы нагрузил, а ты ему пальцы вообще, он стоит вот так вот, пальцы. Перспективно качает, да? А потом подкрыть пучок. Не, перспективно то там, где платят. А если платят, то там перспективно качать. Когда начнут по налево, то тогда... А что, на инструктор? Только пальцы начнешь грузить, он сразу ему тяжелее будет. О! А, блядь! Давайте я на проигравшего зайду подержу. Ну или на победителя. Не издевайся. Где старт, потому что мне больно, что ты прям. Я с ним не могу бороться. Я не знаю, как он берет. Не, ну на самом деле там вы же друг друга изучаете, вы уже не первый раз боретесь. А я родной. А ему что изучать? У него просто она какая-то, знаешь. Пойдем сюда помогать. Наберем силушки, все. Давай чуть налево. Быстро, да, восстанавливается? Кто? Быстро восстанавливается? Кто? Артем. Артем очень хорош. Пополнился? Только забитый, когда пополнился, все реально. Тяжеловесный, но восстанавливается. Там обрезали где-то в первую очередь. Еще раз. Это тоже, конечно. Тут надо проверять выносливость, когда вот так. Хорошо, отлично. Тяжело попасть. Но это грейн. Сейчас он отдохнет как раз, пока сохнет. Давай. Давай. Давай, попробуй. Да, нам так будет. Только постарайся. Я именно так отбиваться мне не получится. Прям так кофе. Право не какая. У меня болит. Все круговую делаем. Не, я имею в виду без угла. То есть именно. Я понял. Главное без взрыва все. Встать туда. Их когда чуть-чуть их когда. Ну тут постоять без взрыва. Нет, она больно очень. Да, это постоянно. Как костится, пошел кисти. Прям воспаление мощное стоит. Это наоборот. Ну это просто. Когда отпускаешь больнее всего, нет? Ну, вот, на стене. Когда отпускаешь. Самое больное, самое больное. Прям приятно. Да не, вообще не нужен. Валер, иди. Главное, главное перегрузить. Самая большая рука. Вам посоветую, так неудобно сломать. Пальцы. О, хорошо. О, оно, да? Да. Все, слезай, следующий. Все, следующий. Молодец, допускай. Нападайте. Чуток стартуйте ему. Выпускайте кракена. Братан, давай. Это было следующий. Хитряк, я пришел? Хитряк, ты этот, ты побыстрее, пока он не стал еще. Я же его наоборот забиваю. А то пацан отдыхать уже начал. Не стартуем или чуть можно начать? Не, ну давай без хитрости. Нет, стартуй, ты стартуешь. А? Он вторым номером, ты стартуешь. Не, у него стоит. А кто там дальше? Давай, ладно. Недолго я закинулся. Зацепить. О, удержал. Давай, хороший. Тяжело берешь, он просто тяжело. Ну ты же стоишь. Ну, давай, левый и правый у него разные. Воевода. Да, ты же стоишь. Так, нет, ты лучше воевода. Давай ему начинать. Право берешь, он сразу тяжело тогда. Давиду загадаем начать. Все, следующий. Артем. Странно. Ну блин, давай, я хотел побороться. Сейчас он. Что за фигня? Я начинаю, правильно? Да. Сгибать не могу.
хотел больше с Давидом, не знаю. Такой круговой, наверное, давненько не знал мира армрестлинга. У Давида очень сильная кисть. Многие не знают. Он поднимает. Давай, Валера, давай, Валера. Опять его. Давай, маленький. Гоу, работай. Он удобно, кто не удобно. Бестарты, но я начинаю. Ты мощный, не надо. То есть как его брать-то? Давайте, вы уже отдыхаете. Ты сейчас заболтает. А, нет. Давайте, пацаны, минут 5 поборитесь. Нихуя, нихуя! Так можно было, что ли? Я растягиваю. Да, ведь красота, ты чё? Это заруба. Ну было. Было. Валера как прибавил. Совсем. О, блядь, всё, всё, всё. Было. А, блядь. Дави, 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 дави. Хотел вот так. Только а первым, вот, Аркадий. Да? Да я понял. Сейчас там только первым. Чуть развернет. Вторым номером там ловить. Первая победа за сегодня. Так, пойдем мясо посмотрим. Первый спасибо. И последний у нас встречи бороться. Аркадий, будешь мясо? А? Мясо неудобно. Вообще неудобно. И пол руки болтается. Как ты выберешь-то? Давай сейчас. Понял, ставить. Бля, быстро восстанавливаешься. Не хватает выносливости. Давай, Валера. Тебя? Да. Пальцы взял. Сзади. Очень мощно здесь. Там 100 килограмм чем-то даже делал. Я 50 поделал. Сейчас уже добавил. Не могу. Уходи. Пока никто не видит. Может, лучше уже? Ну, Иваныч, надо тут не было натяжения на меня. Я сейчас понял, что это все. Три победы подряд. Ну, часто их не надо. Я перестал делать. Да я встал. И что-то лучше начал бороться. Раньше делал вот так. Опять ты? Да. А он посидел. Четыре победы подряд. Нормально идет. О, 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 да, да. Со стартом поймал. Еще одно упражнение сделаю. Я больше считаю, что она будет. Кисть, пальцы постоянно, кисть, пальцы, чтобы с ним бороться. Давай, Валера, давай, давай, что стоит? Валентин залетает, дай ему раунд. Давай, давай. А то сейчас дурка у меня, пипец. Сетка не моё, сетка, я умру, да, сетка. Чуть начнём движение? Да, конечно. О, да. Пожалуйста. Чуть кисть, чуть-чуть. За руку поставим, находить больше. На машине каждый день, и выносливость падает. Ай-яй-яй!
Брал на палец. Не успел. Взял на палец. Я просто говорю, я начну. И, короче, жахнул прямо внизу. Толстым ручкам привык тренироваться. А у него рука тонкая, как будто... Ну что, на тебя? Ну что, как кинжал. Он как режет, рука его режет, понимаешь? Да, кинжал. Ладно, аварийка сейчас включается. А, и ты начинаешь еще, ну конечно. Нет, зачем? Или вместе? Да, вообще хорошо, сильно не забивается. А? Сильно не забивается. Ну, все-таки я больше легковес, мне проще, чем... Тем не менее, самая длинная схватка была Махотин Гена, еще с кем-то боролся, не помню. Звал. 15 минут они боролись. В итоге я упал первый, Давид. А Махотин отошел, иду второй. Пацаны, пока упали? Солнышка нет, нам бы вот так вот всем сфоткаться, что провозим. Ну и там просто два инвалида, они вот... Столик поставили. Это такая историческая бойня была. Как там? Такая хорошая. Да. Зубы заговаривают. Я не могу так палец закрывать. Да, вон в бутылях 5-литровых минералов. Валера, прорабатываешь нормально. Сейчас я верхом стал бороться. Пальцы хорошие вроде. Мясо левое. Достаточно хорошее. Сейчас уже короля стола найду. Артем, а попробуй еще вот так вот пальцами сделать. На тот момент. Типа как в этом. Ну да. Когда вентур пошел, перехватить. Вон вот пошел, смотри, вот пошел. Вот про нас. Нет, хорошо пошел, да. И угол. А ему смотреть. У меня ее просто. Козырька нет. А перехват еще выше? Вот. А так можно во время полета? Конечно, не можно. Что, если повыше могу брать? Вот. Вот. Ушел вверх и все. Приставил. Вот. 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 Да. А нет, давай, ты нет, наверх попробуешь. Вот, буквально на сантиметр перехватил. Я думал, что нельзя пальцы. Держи. Я пытаюсь? Нужно. Проходит. Это еще не я может. Просто вот здесь. Занимался, блядь. Где-то неровно быстро. Ты опять выиграл? Да. Я просто не жду, когда он стартует. От него непонятно, что ждать. Кинжал, гиперзвучное оружие, да. Не, он уже стратегическое мышление. Он такой, можно? Я начинаю. Ну да. Идешь такой. Слишком свежий. Его надо так же, как он. Ну оставайся тогда, сейчас народ зайдет. Давай, Бабкин, что, все, встал, давай. Да не, я лучше вот. Ну ладно. Бабкин тоже хитрый у нас. Тоже знает, когда влезть-то. У меня уже все, у меня. На Сашку издевался в зале, да? Да, Бабкин? На Сашку издевался в зале? Над нашим другом. Слушай, хорошо так палец вот тут прихватывает. И кисть очень жесткая. Именно вот тут вот хорошо фиксирует палец прям четко. Ну да, он кит, он у него здесь жестко. Да на не, не буду. Это долго завязано. У него всегда кит была, она его хорошая. Ну туда засыпай, что у меня много. У него еще 15 году когда тренировались вообще. Уже через кем больно. Вместе начали заниматься. Не было. 15-го. Ну так, знакомимся. Давай быстро замотаю, быстро вас так раз. Знакомимся, мы так. Не, 3 года. 4. 15 так, кто боролся, не боролся. А там невозможно было бороться сейчас, потому что боролся, допустим, раз 2-3 месяца, все, мне уже хватало. Так, ну что, левую руку не будем? Они приезжали. Все, коты приезжали. Ну, где? Бороться, что-то там. Силу больше. Смотрел. Центр по-любому сильнее, конечно. Да, первый. Как это? Самое главное, что это.
левом мысли, да, там красиво, куда можно. Чай попал.